Радика, у вас очень редкая профессия, которая всех нас удивила. Вы криминальный психолог. Поэтому сегодня вы наверняка составили всех нас портрет во время съемочного дня. Так или нет? Немножко. Немножко есть, но вы все равно переживаете. Да, очень. Но у вас же работа очень нервная, очень стрессовая. Я была готова к кардинальной стрижке, но когда начали стричь, у меня так било сердце. С каждым сантиметром волос мне стало тяжелее. Вы же себя еще не видели, вы не знаете, какая у вас стрижка. Но вы уже чувствуете? Я уже чувствую облегчение. Не будем тогда вас томить. Мы сейчас повернем вас к зеркалу, вы увидите, что волосы есть. Они шикарные, они заиграли новым цветом, и они очень круто уложены. Готовы? Да. Раз, два, три. Очень сдержанная реакция. Мне как будто из военных фильмов. Почему? Из ретро? Да. Думала, какой цвет. То думала, что желтый, то думала, что зеленый. И то, кто сказал там, что красный, зеленый. Вот теперь мы понимаем. У меня нет. Какой вы профессии? У вас просто очень самообладание большое. Даже не видно, что вы переживаете. Вы как будто не удивлены своему новому образу. Или все-таки удивлены? Просто очень изменилось. Нравится? Лучшую сторону? Лучшую сторону. Скажем спасибо стилистам? Спасибо. Когда на конференции мы заговорили про образы, которые нравятся Радике, у нее глаза загорелись при упоминании Анджелины Джоли. Наша героиня, как и знаменитая актриса, женственная, но тем не менее у нее жесткий характер. Это мы решили подчеркнуть с помощью укладки в стиле модерн. С помощью стрижки мы создали движение волосам и подчеркнули их блеск и густоту. Цвету волос мы придали яркость и сияние с помощью прядок у лица. У нашей героини молодая, ухоженная кожа. Моя задача была всего лишь подчеркнуть ее природную красоту. Так как у Радики серьезная профессия, она предполагает жесткости в образе. Поэтому с помощью макияжа мы решили наоборот, придать ей женственность. Когда к нам приходит женщина на первую встречу, они обычно в один голос все говорят «хочу быть романтичнее». И каждый понимает под этим абсолютно свое. А сегодня Радика вроде бы хотела быть романтичной, даже подобрала платье к нам на встречу, но мы изменили традициями и призывом носить только платье и решили создать три образа, в которых платьев абсолютно нет. Давай начнем разбор полетов. Ну, начнем разбор полетов с того, что у нашей героини не женская специальность. Она психолог-криминалист. И в жизни ей приходится общаться с очень странными, интересными, на мой взгляд, людьми. Когда с нами общаются, у нее вообще нет эмоций. Я понимаю, что это, наверное, профессия отложила на нее какой-то отпечаток. И она пришла к нам в платье. И при нашей первой встрече она сказала, что ей нравится выделяться среди толпы, быть непохожей. Ей всегда сложно подобрать какие-то образы. Но вот мы попытались создать три образа непохожих, как модных. Сегодня. И начнем мы с первого образа. Мы начали как нестандартно. Обычно мы начинаем с повседневных образов и приходим к вечернему. Да? Сегодня мы начали с вечернего образа. Это комбинезон, он много лет в тренде, этот комбинезон, он черный, классический. Мы сделали такой нарядный образ, в котором она может пойти на дискотеку, на встречу с подружками, с мужем. И она в нем была очень элегантна. Наши мастера по мейкапу, по волосам сделали ей такой очень тоже красивый образ. Мне очень понравилось. И наша героиня смотрелась очень органично. А давай здесь еще подчеркнем, что комбинезон – это такая базовая вещь модницы нашей современной. То есть раньше в базовом гардеробе комбинезонов не было. Мне кажется, на сегодняшний день без хорошего комбинезона, классического, но в то же самое время модного, не обойтись.
Сегодня комбинезоны на пике популярности, но исторически этот наряд задумывался для нужд летчиков и парашютистов. Гораздо позже он появился в гардеробе космонавтов и автогонщиков. В женский гардероб комбинезоны попали в начале 20 века. Тогда женские комбинезоны больше напоминали мужские классические костюмы свободного кроя. Пик женской моды на комбинезоны пришелся на 70-е и 80-е. Сначала девушки носили комбинезоны в обтяг неоновых цветов, ну а потом с накладными плечами и зауженными штанинами. Сегодня, купив комбинезон, вы убьете двух зайцев разом, потому что он заменит и платье, и брюки с рубашками. В новом весенне-летнем сезоне дизайнеры предлагают комбинезоны двух вариантов. Максимально простые, свободного кроя и чистых цветов, или же индустриального вида бокси-комбинезоны с накладными карманами. Советуем ваше особое внимание обратить на предельно лаконичные модели комбинезонов свободного кроя. Остерегайтесь лишнего декора. Аксессуаров должно быть минимум, однако они могут быть эффектными. Несмотря на то, что комбинезон – вещь самодостаточная, она вовсе не исключает простор для стайлинга. Например, можно надеть сверху жакет или бомбер, или же под комбинезон надеть водолазку и обозначить горло, или напротив что-то прозрачное и показать многослойность. Верх комбинезона можно завязать на талии, и тогда вы получите брюки с декоративным узлом. Ну, это, во-первых, удобно, потому что это и блуза, и брюки в одном, и особенно это очень удобно в поездке, когда ты знаешь, что вечером тебе надо куда-то выйти. Образ – это тоже своеобразный привет из 70-х. Я говорю о джинсах Клёш, которых ты использовала, очень классно обыграла их. Давай расскажем, почему был сделан выбор в такую цветовую гамму и именно такой образ был создан. Ну, мы следим за трендами. Зеленый у нас сегодня в тренде, плюс на улице весна, хочется ярко одеваться. Мы подобрали нашей героине такой, как бы, для меня это базовый гардероб. Мы взяли голубую блузку, джинсы. Клёш 70-й, во-первых, эти джинсы Клёш всегда подчеркивают фигуру. У нашей героини отличная фигура, она стройная. И добавили аксессуары, зеленое пальто, плюс сумка, такой графический рисунок, он синий-белый. Этот образ ассоциируется с весной. Джинсы, зеленое пальто, голубая рубашка, что может быть удобнее, интереснее и в то же время подойдет на любой случай. Я даже не думала, что вот эти два цвета, очень кислотный зеленый, да, такой электрик с добротным зеленым пальто, будет так сочетаться между собой. Ну да, я когда увидела этот аксессуар, он мне понравился, и этот аксессуар завершил образ. Третий образ мне супер понравился.
хотя ты обыграла в нем такие вещи на грани, которые не все женщины используют в своих повседневных луках, они, наверное, боятся таких вещей, потому что там есть все. И рубашка с бантиком, и полоска, которую боятся, что она будет тонуть, и брюки, и килоты, которые не всегда понимаешь, с чем и как комбинировать. Но этот образ действительно очень сложный, и мы всегда героиню спрашиваем, в каком образе она хотела бы пойти встречаться со своими близкими. И меня, конечно, удивило то, что она выбрала этот образ. Он действительно сложный тем, что там и многослойность у нас, и полоска, и бантик а-ля 70-е, и туфли на каблуках. Но на нашей героине это все смотрелось очень гармонично, плюс такая романтика, море. Это классический образ сочетания синего и белого, но мы использовали, опять же, как изюминка этого образа, этот ярко-оранжево-красный жакет, который дополнял образ. Именно этот лук Радика выбрала для встречи со своей подружкой, тоже криминалистом. Посмотрим, оценит ли ее подруга наши труды. Привет. Привет. Я не ожидала увидеть, такая красивая. Спасибо. Сильно изменилась. Как тебе мои волосы? Очень хорошо, замечательно. Поздравляю тебя. Отлично. Ты как себя чувствуешь? Облегченная. Ну, это 100% твое. Ты стала такая женственная, настоящая женщина вообще. Я рада, я всем волнуюсь за тебя. Наше перевоплощение сегодня прошло без криминала и жертв, что очень радует. Хотя мы, дорогие женщины, предлагаем вам каждый день совершать хотя бы одно маленькое, модное или красивое преступление. А если не хватает смелости, смотрите нас. На этом все. Пока! Сильвестр Сталлоне, он убьет меня на повал и застрелит на смерть. Мама, прости меня, у меня химия к мальчику. Мама, прости меня, у меня химия к мальчику. Пионы, я б хотела попробовать губы вкуса мякоти самых красных маков. Мама, прости меня, у меня химия к мальчику. Что за порошочек? Порошочек. Можно мне такой же? Можно. Смертельный номер. Подожди, еще не нагнулась. На правую оценку. И на... Да, не знаю. Красивая. Слова сказать не могу. Привет. А они поставят? Серьезно поставят? Боржом. Да, ну я так не могу. А можно конкретно что-то конкретное сказать?
Капец. Я серьезно? Я хочу прийти тебе протереть немножко объектив. А где гнездо? Да, мы радуемся, что она их испортила. Так и говорю. Прямо в камеру. Хорошо. Дрынь, дрынь. В выпусках программы «Новое я» мы вам расскажем, покажем. Забыла. Ну реально сыпется.